Студенты, преподаватели и сотрудники нашего университета. Студенческая видеостудия «Конспект» снова в эфире. И на протяжении нового учебного года мы будем продолжать вас радовать своими выпусками и знакомить с самыми яркими и запоминающимися событиями. Мы поздравляем всех с началом учебного года. Впервые День знаний, находясь в новом статусе, отмечают студенты-первокурсники. Для них все новое и совсем незнакомое. Наши первокурсники уже успели заселиться в общежитие. Давайте посмотрим, как это было. Меня зовут Полина, и я приехала из Борисова. Я Павел. Из города Ашмян. Мы приехали из города Витебска. Город Лепель, агрогородок Сталин. Я приехал из города Молодечно, Минская область. Инженер-строитель. Факультет инженерно-строительный, ПГС. Инженерно-строительный, специальность архитектура. Факультет инженерно-строительный факультет, специальность промышленное и гражданское строительство. Архитектура. ИСП. Я в университете практически не был. Сам университет мне очень понравился. Обстановка хорошая, люди доброжелательные. Хороший. Новая постройка, мне все нравится. Ну, во-первых, университет как бы мне очень понравился в том плане, что все новое, все зелененькое такое, озеленение хорошее, все гостеприимные. Спрашиваешь о чем-то, все подсказывают, рассказывают. Ну, меня все устраивает. Ну, вообще, в целом, работа персонала просто удивляет. Когда приезжали устраиваться в общежитие тоже, нет никаких проблем как бы с устройством. Все подсказывают, рассказывают, все хорошо организовано. Спасибо за это руководству университета, там, правком, все, кто участвовал в устройстве, все, кто участвовал в приемной комиссии, ну и вообще все, кто участвовал и принимал наших детей сюда учиться. В целом очень круто. Выше всего удивила организация работы, довольно хорошие сотрудники, довольно приятное общение. Университет современный, в нем евроремонт и очень довольно прилично выглядит, и меня впечатлило. В общаге живут очень дружелюбные студенты и хорошо всех встречают. Приходите к нам! Первокурсники поступили в Полоцкий государственный университет. Но ведь для того, чтобы называться студентом, совсем недостаточно одного поступления в университет. Нужно изо дня в день подтверждать этот статус своими достижениями в учебе, науке, спорте, творческой жизни. Наш университет помогает научиться совмещать все интересы студента. Для того, чтобы наглядно в этом убедиться и еще лучше познакомиться с нашим университетом, мы подготовили небольшой видеоролик. Внимание на экран! Полоцкий государственный университет развивается как классический университет европейского типа, сочетающий в себе технические, гуманитарные, экономические, юридические науки с традициями высокой культуры и образования, которые зародились и укрепились на древней Полоцкой земле. Обучение студентов происходит в двух городах. В расположении университета три учебных корпуса в Новополоцке и корпуса коллегиума в Полоцке. Приезжим студентам первого курса 100% предоставляется место в общежитии. Полоцкому государственному университету есть чем гордиться. Он находится в центре Европы и является самым крупным в регионе по численности обучающихся. В нем работают как повидавшие мир уважаемые профессоры, так и молодые амбициозные ученые. А главное, сюда приходят учиться перспективные ребята и девушки. Здесь каждый сможет найти достойную специальность и получить необходимую квалификацию. Потому что Полоцкий государственный университет – вуз для всех и для каждого в отдельности. ПГУ – это твой вуз.
На годик с нами лето попрощалось, расплакавшись дождями к сентябрю. Но столько всего в памяти осталось, не верится, что было наяву. А Новый год учебный наступает, так много новых лиц в родных стенах. И студия «Конспект» вас приглашает на встречу жизни новую, друзья. Увидимся через 2 недели. Пока!